Приветствую, друзья. Вот мои два красавчика. Вот позавчера сами сорвались вот эти двое. Вот этот самец, а вот эта вот самка слева. Это взрослый где-то двухгодовалый голубь, а это осенняя голубка. И вот сорвались, полетали неплохо. Вот хочу сегодня тоже на свой страх и риск поднять. Посмотрим. Посмотрим, как полетают. Сейчас посмотрим, сколько время. Вот. 9:43, 31 мая. Вот они. Погода супер. Только в сторону солнца идут. Посмотрим, как пойдут. И что, играть умеете? Покажите, что играть умеете. Вообще разучились играть. Потихоньку поднимается. Поднимается. Вот хочу без пауз. Ну что ж, вы не играете, а? Не хотят. Ну, долголетные голуби, сами знаете, вот кто понимает, они... Ох ты, сокол приперся! Приперся! Приперся, 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 приперся с солнца! Ай ты, подлец! Я вот ошибся, то что... Сокол, сокол! Приперся. Вот видите, подъем, друзья. Вот видели? Моментально. Вот гонял. Ну как гонял? Сами сорвались позавчера. И все, пришел. Вот. Вот один. Все. Вот какой может быть полет? Какой может быть полет? Вот начали подниматься и приперся. Где он? Вон он. Вот он. Вот он, сапсан. Вот он. Ну его веду. Вот это взрослые голуби. А малыши перещелкивают. Просто перещелкивает. Поднимается вверх. Вот, фокус потерял. А голуби здесь где-то. Вот они, вот что, поднимаетесь опять, балбесы. Садитесь. Садитесь, сейчас опять будет атаковать. Садитесь. Вот смотрите, как они носятся.
Сапсан тут пикирует на кого-то. Вот он пикирует на кого-то. Вот он. Вот он. Ох ты, как он сложился сверху, дугой вниз. Дугой вниз и сюда. Ничего себе. На стороне был, сложился и дугой, знаете, вот как с земли и вверх. Что это за скорость у него? Вот, друзья, их двое. Вот один сапсан. Вот один. И сейчас покажу второго, попробую. Вот и второй сверху. Двое их здесь. Двое, раз. И сейчас второго покажу. Вот второй. Короче, пипец. Пипец. Вот один. Приближу, что. Вот один. А, вот они, голуби, вот, красавчики. Красавчики, не пошли вверх, молодцы. Молодцы, но они тут. Тут оба. Все, потерял я их. Пока на паузу. Друзья, вот такая вот территория. Вот упали. Упал один. Вот, посмотрите, вот, как боится. И какой может быть полет? Вон и вторая голубка. Какой может быть полет? Боятся. Видели? Вместо одного два. А там еще кто их знает сколько. Выпущу этих, пусть выходят. Давай на выход. Вот пескунчик тоже вот на крыльях. Вот. Как гонять? Как? Это вообще сразу поймает. Посмотрим, кто там остался. Вообще пусть выходят. Вот от этих троих порезал. Это неправильно, чтоб пескунов, но я приучил. Приучил меня, я так делал уже, ничего. Я сейчас крылья дал вот к июлю месяца, опять вырвал, и к июлю месяца уже будут крылья целые. Будут целые, залез купаться один. Ну вот, друзья, сами видели, вот я поднял голубей, и сколько вот прошло, прилетел. Еще раз повторюсь, пусть приезжают со своими голубями сюда. Те вот персонажи, которые утверждают, от сокола уходит или еще что-то. Пусть приезжают, погоняют, посмотрят, как они тут от сокола будут уходить. Или те, которые говорят, не избавляешься, еще что-то. Ну, приезжайте, попробуйте, избавьтесь. Избавьтесь, посмотрим. Сейчас еще раз посмотрим. Двое сидели вроде. Да, вот они. Вот и весь полет. Вот и весь полет. Погода супер. Гонять не хочу, но... Ну, видите, моментально приходит. Моментально. Ну,
Вот эти очень сильные линии, которые вот порезал. Вот этот, вот это. И вот этот. Хочу просто это из-под новых линий. Очень сильные линии. Хочу, чтобы просто не так не съели, понимаете, друзья. Ну просто так съедят и все, что я увидел. Вот. Голубочка прилетела. Позавчера летали, днем сорвались. Вот, посмотрите, посмотрите. Даже не играли. Когда взлетели, даже не играли. Давай. Воркует. Хочется посмотреть, насколько они сильные. Ну просто так заберет и все. Ну вот в июле посмотрим. Посмотрим. Хотя там еще растут. Еще пескуны будут. Ну и кровь сильная. У этих немножко полет другой. У этих поплавнее полет. Конечно, да, с этим соколом плавный полет. Обеспечен, конечно. Смешно, конечно, смешно, но... Ой. Приезжайте, друзья, вот эти персонажи, которые пишут, не избавляешься. Приезжайте сюда, попробуйте, поживите, поизбавляйтесь. Посмотрим, как избавитесь. Видите, нос высунули, расстрел. Видели, вместо одного два. Ну сейчас я что заметил, друзья, они жестче атакуют очень. Когда пескунов, наверное, своих птенцы, наверное, у них вылупили же уже. Кормить надо. И жестко атакуют, жестко. Потом говорят, сокол везде одинаковый. Нет, друзья, это вот я тем. Если почитать им литературу, посмотреть, их подвидов 17. 17 подвидов. Даже стиль атаки разный. Я интересовался, что же может его пугать. Ну, с Москвы вот. У него питомник, соколятник. Интересовался, да говорит, нет, ничего не помогает, кроме вот как вот эти свистки китайские на хвост одевают. Вот говорят, вот эти вот свистки на хвост, но бойным голубям свистки шума, говорит, боятся, и только потом, говорит, могут и привыкнуть. Или когда петарду или еще что-то, тоже, говорит, привыкают. Не знаю. Потом, говорит, тоже узнал, есть такая краска, я не знаю, не пробовал. Розовая краска такая. Да, краска, я слышал, не помогает, но розовая пищевая краска фосфорным, и говорит, он не подходит. Но насколько это тоже правда, я не знаю, я не пробовал. Надо без сахара, чтобы было, и покрасить, чтобы эффект фосфора, ну вот как на рыбалке поплавки, знаете, вот ночью, и для глаз там что-то пугает. Тоже не пробовал, не знаю. Ну, достали они уже. Достали.
Да, конечно, птицу надо гонять. Гонять, чтобы была в форме. Если долго не гоняешь, выпускаешь, резко может поймать. Потому что не в форме. А даже если в форме, 5 раз уйдет, 6 раз уйдет, на 7-й раз поймает. Это все чушь. И вот эти вот 17 подвидов. Почитайте, наберите, погуглите, посмотрите. Их 17 подвидов. Даже вот которые от Арабских Эмиратов. Оттуда вот за соколами вот хотят вот. Тоже вот статьи читал, тоже вот с этим человеком общался. Они говорят, крымских и кавказских соколов. Они более агрессивные в охоте, более успешные. Не то, что тут подумаете, самый грозный сокол, наш кавказский, там, крымский. Но это опытные люди, которые понимают. И статьи, и соколятники говорят об этом. Потом говорят, сокол берет слабых. Да, он выбирает слабых. Он выбирает слабых. Но все равно 5 сильных погонишь, он будет атаковать и атаковать. Вот спрашивал, говорит, вот еще балобан сокол. Тот, говорит, немножко хитрее. Ну как, умнее. Не то, что сапсан тупее. Тот, говорит, сидит, выжидает слабого. Видит и охотится. Зря энергию не тратит. А вот сапсан... Сапсан, говорит, это у него инстинкт убийцы. Он идет. Видит, идет цель. Ему все равно сильный, слабый. Да, в итоге, может, он слабого возьмет, но... Но атакует. А тем ребятам, которые там показывают ролики, а тетеревятник уходит. Да, я согласен, там, а тетеревятника гонный голубь уходит с легкостью. Вверх ушел и все. Да, опасно, если, вот, например, сидит там на фронтоне, сидит там на земле, да, он там внезапно залетает и может поймать там и даже гонного голубя, но, да, ястребы уходят. Хороший гонный голубь уходит. Он все время вверх смотрит. А вот сапсан, друзья, это не то, что здесь сапсан атакует, это... Ну это надо, не знаю, вот кто у кого атакует сапсан часто, тот знает, что это такое. Такие вот дела, друзья. Вот искупались. Вот, кайфуют. Есть люди, которые только вот оставь только гадости, могут писать в комментариях, там, так, так. Территория везде разная. Территория везде разная. Голуби разные. Кто-то там оценивает всех голубей по своим голубям, если его голуби так делают. Это умные голуби, сапсан вверху, а не внизу. Да, хотя вот они не пошли, вот эти вот, вот один и второй где-то здесь. Не пошли, да, страх. Не пошли. Ну, это спортсмены. Это спортсмены. Они созданы, если хорошие высоколетные голуби, они созданы летать. А так, чтобы там крыши вышибали. Целыми днями там снимают, смотрю, крыши вышибают, вышибают. Пошел вверх, сокол вверху, они опустились. Летом, круглый год вот так. Просто смешно. Круглый год. Потом, говорит, бой. Да, бой должен быть, я согласен. Бой умеренный, высоколетный, голубей должен быть умеренный, правильный. Но не прям там бил конкретно. Это редкие такие голуби есть, которые вот бьют очень часто и могут долго летать. Они долго летать не будут. Долго летать не будут. А то говорят там, бой первый. Тогда купите ленаканских, таклу, узбеков и наслаждайтесь боем.
Зачем высоколетных? Это совсем другая птица. Должен быть, да, повторюсь, должен быть бой, но умеренный, правильный. Вот искупались. А то несут там всякое. Конечно, это мое мнение. Это мое мнение, я не знаю, там многие согласятся, кто-то не согласится. Как-то так, друзья. Всех благ вам. Вот так как-то. Ну ничего, прорвемся. Удачи.